Тирам, спасибо. А, подожди, да, это ты закинул абракадабру. Сорряюсь. Абракадавра, кстати. Кадавр значит, типа, в общем, значит. Мертвец. Что такая игра слов у нас. Тоже из Call of Duty какой-то. Это, видимо, другая версия той же песни. Такое ощущение. Пока что. Типа, помнишь? Сейчас забыл. 20 марта. Судьбы. Тройка бубен даже, по-моему. Тебе тогда нужно, если переживаешь, не переживать. Если переживаешь, значит точно все будет в порядке. Да, тройка бубен. Я перепутал. Ну, в среднем, по крайней мере, так должно быть. Не верю в этот кардан. Не веришь, что это живое? Почему нет? Можно же одной ногой даже очень быстро удары выдавать. Просто как бы тренироваться, все возможно. Хотя может быть что-то нарисовано. Или типа сэмплы как минимум переиспользованы. Здесь тоже странновато вокал сделан, но он как будто лучше подходит этому миксу именно, вот, чем прошлое, то, что мы слушали. Жалко немного. Не тебя же кастрируют, в конце концов. Но с другой стороны, да, ну типа им лучше. Так. Так она наоборот будет, знаешь, мучиться все время ходить. Альбом в полете это сильно. Встань, возьми льва и лети.
Все, не буду смотреть, это Маклейка. Все. Скамить учителя Хэя больше уже нельзя. Не опенинг. Один хер. Ну типа, ну ты чего? Не-не-не, надо потом смотреть. Спасибо большое. Ну нет такого, что типа прям хочется добавить, но трек кайфовый достаточно. Неплохой, типа, в этом жанре. Он, скорее всего, въедается, если ты играешь там в эту игру постоянно, вот это вот все происходит. Вот. А так, типа, ну, типа нормальный трек, не знаю. Он, наверное, его кайф, если он именно ассоциируется с чем-то. Вот так.